вот это вот разобрать, пролить как следует, и по пятому этажу пройти просмотреть квартиру. Где вот эти воздуховоды? Там колонки газовые. Огнем и дымом, поэтому была высокая температура, но первый караул и вся первая смена сработала удачно. Видите, практически ни одной квартиры не пострадала. Водой зальем, но огня не было. Огонь в квартиры не ушел. Гибкая разборка. И надо мастера ГДЗ, чтобы он задержался, аппараты заправить. Он ждет, да, пострадавших? Уточняем. Не в 6 подольск, да? 18-2. Ликвидация проливка разборка, пострадавших уточняет.